Ты гангстер и под хаус бит, совсем не свербит, наоборот, качать свистит, как чайник мой гул уша. Да, ладно, есть, давайте смотреть. У нас атака Синди, защита Байовел, Байовел. Ой, она запушила. Последний. Да. Я видел второй класс. А, это... Нихуя себя не играют, блядь. О, The South уже прыгнул. И... Он с читом, смотри. Соус с читом. Зажимают просто Славу, на самом деле. А Слава сейчас еще выиграет этот раунд, зная Славу. А, Слава? А, нет, все, ему пизда. Ах, если бы попадал здесь сразу... Так, хорошо. Как всегда, кто для вас фаворит в этом матче? Как это ни странно, но Синди и The South. Я от вас такого не ожидал. Я буду болеть все-таки за бустера с Байовел. Я думаю, что у них все получится. Это был такой пистолет. Подождите, Вадим. Кто для меня фаворит или за кого я буду болеть? Нет, мне просто... Я уже понял, что вы будете, короче, болеть за Синди и The South, блин. Подождите, кто для меня фаворит или за кого я буду болеть? Что, вы будете болеть за Славу? Я не буду говорить, я уже сказал. Фаворит, как мне, здесь Синди и The South. Да. А как там на самом деле, давайте смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну Байол может спокойно, кстати, этот раунд выиграть. А нет, уже не может. Блин, ну, это вот прям дуо, оно прям очень сильное. Согласен. Да, у The South и у Синди очень все хорошо, даже несмотря на то, что у Синди там отвлекающая компашка сидит сзади. Да, они могли нормальную карту сыграть, но играют Инферно, в принципе. Алексей, как вы думаете, что вы хотите больше увидеть? Все-таки бустер боевал против Димы Ваншота, либо же Синди The South? Зрелищнее, наверное, будет команда боевал, но... Но она не пройдет, скорее всего. Пока не знаю. Давайте не будем торопить события. Я разные компании видел за свою карьеру комментатора, поэтому здесь всякое может быть. Давайте смотреть. Ой, как же они плотно играют. Ой, ну, кстати, The South перестреливает 1-1. О, легко. 2-1. Было бы прикольно, кстати. Ладно, давайте смотреть. 2-1 пока. Team Cindy лидирует. Не видел? Да. Мои дети чисто. Карабуси, ну, так, ну Синди остается. Ну, кстати, хорошо. 2-2. Я уверен, что здесь будет... Я хочу здесь допы, короче. У Славы всегда есть допы. Надо, чтобы Слава сделал опять допы. Здесь Инферно — это карта тотала больше. Здесь очень часто первая половина заканчивается 8-7-7-8. Инферно — это пиздец, если честно. Знаете, это некая карта напарников такая сейчас. Помните, как 2 на 2 мы играем напарники? Вот то же самое примерно сейчас. The South, как агрессивно! 11 хп остается у него, бустер! Проигрывает... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Но он сделал все для того, чтобы Байовал забрала этот раунд. Ну как? Сделал-сделал. Байовал, спрей! Да не. Не, Синди просто вырубает. 15 хп, 11 хп. Стой и не перематывай. Это именно та реклама, которая тебе действительно может помочь. И такое редкость. Это MyCSGO. Это бонусная система, где промокод RUFFLES2020 дает 35% при пополнении. Для наглядности, пополняем баланс на 800 рублей. Получаем 1080. 280 рублей сверху. Оу! Это халявные бонусы, на которые ты можешь открыть кейсы. После создать контракт, получить скин и уйти в апгрейды. Апгрейдить этот скин и потом уйти с крутым скином. Но если ты еще рисковее, то ты продаешь этот скин и летишь в сражение. Залетаешь в возможное сражение. Например, в Knife, где у тебя будет битва за нож. И вот ты, считай, не заметил, а уже уходишь с чем? С ножом. Ну что, полезная реклама? Да, а ты только представь все это благодаря MyCSGO и специальному промокоду RUFFLES2020. Ссылка на сайт и промокод, как всегда, есть в описании. Теперь ты забудешь, что такое дешевые скины. Каравай гладит киску, блять. Гаечки, это нормально, Алексей? Ну, да, это нормально. Я желаю только ему гладить не киску, которая на гаечке. Ну ладно, давайте не об этом. Давайте будем говорить про счет 4. 2, и пока команда Синди лидирует. Слышишь, я шорт дал. Я вижу. Ковры буш. Слышишь, я дай молотов тупую. Может, бойлер быть.
Ага. Один, по крайней мере. Я вот так сделаю. Смотри, выход смог. Пошли на зелень, смотри, выход смог. Ой, прям такой пот. This out. Хорошо, бустер-то делает. 60 хп. Лонг дал 10. Боял все шансы. Ей можно забирать раунд. Бля, куда? Можешь обойти, да, просто. Ну да, она может. Кстати, она в такой тайминг идеальный выходит. Боевал? Ой-ой-ой-ой. Ну это идеально. Это прям максимально идеальный тайм. Блин, ну как же так вот, да? Вот мы смотрим, думаем, блин, так все легко. Повернись просто, типа, и принимай. Вадим, нихуя. Поэтому у комментаторов есть такое... Ну, не то чтобы поверье, просто есть такой комментарий по поводу того, что в Counter-Strike решает не только скилл, да, но еще и чуточку везения. Конечно. А, да, и вот это вот везение и тайминг здесь сейчас, конечно же, сыграли свою роль. И 4, максимально близко. Да, типа балконом я вот здесь. Но я просто не знаю, что будет, когда бустер зайдет за террористов. Как вот у них, типа, наоборот улучшится игра, либо они... Нет, лонг. Нет, зелень лонг. Ну, короче, по стрельбе у них очень жесткая ровня. То есть очень жесткая ровня по стрельбе. Я тебе дам флешку большую. Слава играет по уверенней десаута. Типа, а там Синди играет по уверенней боеву. Ну. Тут сложно сказать. На самом деле, сейчас пока. Ну, они прям очень равные, ну, типа, не понимаю. Ну, давайте смотреть, давайте смотреть. У нас тут выход от десаута, видит его боевал, начинает по нему нашивать. Ой-ой-ой, разменялись вот. Ну, это ошибка была, по-любому. ЧБ пикал один. О, ЧБ, почему ЧБ? Сейчас он прочитал. ЧБ. Десаут пикал один, да, слышал, ладно. Ладно, что делать? И... Из-под шарта. Хаедал. Ну, тут ничего не сделать уже. Ой-ой-ой, без шансов. Молодцы. 4-4. Слава богу, что тут хотя бы не 16-0. Спасибо. Нет, здесь будет максимально равная битва, как я говорил. Здесь, скорее всего, первая половина 8-7 или 7-8. Поэтому здесь сейчас посмотрим. Да нет, они прочились, просто надо дать смог отключать еще раз. Он, если я так буду стоять, то я могу брать опцию. Мы также пойдем. Типа дальней дистанции просто. Так, ну сейчас будет, скорее всего, халявный раунд, если никто не запушит. Вот в этой ситуации нельзя пушить. Я уже сейчас представляю, как будет сложно выходить. Да, да, я тоже думаю, блядь. Ну смотрите, я вам хочу сказать, что чуть-чуточку везения команде Байовал и бустера, да, и они, счет был бы намного лучше сейчас. Думаю, эту подложку будет опять выпускать его. Давайте посмотрим. Бустер! Ну, Синди! Вот. Отличная голова по славе. Остается вот и Синди. Ей сейчас нужно тащить ситуацию 1 в 2. Там первые арморы, там дигл ИП 250 и боёвал. Как вам Синди? Отличная голова по десауту. 1 в 1 ситуация. Синди последняя против боёвал Юлия или Татьяна. Синди! Какая голова! Блять, это какой-то монстр просто. Я не знаю, как она это делает? Как она это делает? Два патрона, два хедшота. Такой рандом, нет, это не рандом, ребят. Сильная женщина. Осуждаем. Осуждаем. Что осуждаем? Да, похуй, давайте все осуждать. Давайте все осуждать. А, хорошо. Медленный раунд со стороны команды атаки. Боевал принимает в апарта. Ой, они прям вообще никого не могут увидеть. Давай через зелень распекаемся. Давай. Нету. Ага. А посмотри, смог выйдет. Зелень проходи оба. Проходи, смотри, смог обратно на балкон, да? У меня такой там задумка. Да, уходи обратно на балкон сразу. Сейчас он может здесь слабо будет стоять. Они у тебя там, наверное, будут, слышишь? Не, они не агрессируют вообще, забей. Ты даже нет смысла походу начать. Пошли через зельно играть. Мы с тобой можем походу просто до понта доходить каждый раз. Ой-ой-ой-ой-ой, как же она? Не, ну... Оттуда Синди, же... отлично. Минус я не пустя. Знаю, я не знаю, почему Слава сейчас расстраивается. Вообще, второй хедшот. Вообще Серега нахуй не нужен. Ебать, я как марионетка. Да. Нормально, все нормально. Весь фокус на мне, блядь. Синди очень жестко ставит. Прям максимально жестко. Слушайте, мне кажется, все то время, пока Синди не играет у вас, Вадим, она тренируется. Да, она тренируется. Она мне говорила, что, типа, ну, она разыгрывается. Это видно. У Синди счет 10-4, у десаута счет 4-6. Ну что, тебя просто займем, даем. Интересная аватарка у Синди, на самом деле. Хуя, мы ждем, что они пикнут, реально?
Ну да. Я вот так встану. Пойдем потихонечку. Подожди, я дам флешку от медла. По флешку играли, иди ко мне. Сюда. Кстати, этот 50-й, говорю, 5-7, с 5-7 легко можно выиграть вблизи. Могут, особенно если будет демон за бустер, да, вот в этом я и хотел сказать, что можно попасть, не означая своему тиммейту в голову, Синди, да хватит, успокойся, Татьяна. Нет, Татьяна играет прям максимально жестко, она молодец. Хочешь, чтобы я ему кальян отпустил? Ему 74, а ну. Кому-то хочет, чтобы кальян сделали, кому-то... А как они будут играть за... террористов, когда зайдут, мне это интересно. Вы имеете в виду команду Вячеслава? Да, Вячеслава, да. Не, играй нормально. Ну... Мне кажется, кстати... им нужно занимать плент. Им нужно занимать такие, типа вот... Вы имеете в виду не агрессировать? Да, да, да. Вот, например, Баюлу сейчас идет пикать. Вот зачем? Хорошо, она уходит назад. Это правильно. Наверное. Слава, Юля дала информацию, что они заходят через шорт, скорее всего. Слава начинает смотреть на сторону. Но Слава убивает здесь одного 100%, если не заходит, да, просто сайт. Это юмп, если не зарегает голову. Ну вот, все. Он услышал. Здесь поймал на гранате, все хорошо. Теперь нужно тащить. Надо тащить, нужно 5-7, по-любому. Конечно, нужно 5-7, а потом 8-7, и все. И за террористов выебать их в жопу двоих. Что, простите? Выиграть их жестко. А, я просто... 5-7, Вадим боевал, забирает Синди, и разница в 2 раунда. Ну, вот и все, можно делать 8-7. Как я и говорил до этого, Вадим, Инферно, карта, на которой часто встречаются качели, да? 7-8, 8-7, да. Инферно карта противная такая, если честно, очень. Противная карта, но излюбленная карта, старая, олдовая карта. Ну да. Поэтому игроки часто её играют. Нифига себе, Сергей, зайчик. О, Сергей, говорю. Ой, какой тайминг, блядь. Какой уёбищный тайминг сейчас для бустера был. Боевал один в один, но тут сложно. ХП маловато. 29 ХП. Да, было бы больше. Было бы больше, выиграла бы. Не ощущаю, знаешь, что как бы... Дай, пожалуйста, калаш. У меня гайка и болтик. А кто-то на заднем фоне кричит у кого-то. Не могу понять, у кого. Это вон там сзади гайка и болтик. А, у Татьяны. Да, два фиксика, вон, блядь. А я правильно понимаю, что каравай решил немножечко... Пирог. Не, это у нас просто план такой, чтобы забрать всех с 89-го сквада. Мы их сейчас влюбляем и потом забираем к нам. Все, понял, просто мне об этом не сказали, поэтому... Алексей, вы женаты. Хорошая моя флешка была. Нет, нет, я про план, Вадим. Подожди секунду. Десаут, есть минус по славе. Последнее. Перестреливает десаута, хорошо. И хп это, в принципе, неплохо на самом-то деле. У Синди проблема. А где у нее оружие? Что у нее там? У нее... Калаш, вот. Вот и есть оружие. 8 патронов. Закупилась, ее отвлекли или что? Возможно. Я не знаю, кстати, я вообще не понимаю, почему бустер тильтует. 14 хп. Ну, смотрите, ситуация такая, когда ты понимаешь, что как бы время такое странное, знаете, среднее время, когда уже время выхода, чуечка. Ты не должен занимать такие позиции, как она, запрыгивать на бортик. Типа, ну... Хз, есть же тюрьма, типа, справа от тюрьмы есть, есть в сайте... Есть Библия, то есть миллион позиций есть офигенных, ну типа, и она занимает... Но знаете, на самом деле, я вам хочу сказать, Вадим, что вспомните последнюю игру Вячеслава против Simple и Arenian в финале. Он не тильтует, как тогда. Тогда прям было это видно. Сейчас... Сейчас это тоже видно. Он это видно. Он уже несколько раз сказал, что в той команде не нужен Серега, там типа Синди ебет, это, ну... Он морально уже просел очень сильно. Положу, не пикает. Подожди, я даю флешку вот так, сверху от пунта, человек не планит. Не, я очень всего выиграю. Болери, значит, надо выходить убивать уже. Болери, ковраг. 10-5. Минус это 10-5, все таки. Ну, 10-5, я хочу вам сказать, что это очень уверенная... Вадим, обратите внимание на счет команды атаки.
Какой кейс? Да и можно насчет команды защиты обратить, там тоже боевого набило больше, чем бустер. Ну, у защиты все более или менее ровно, а вот у атаки, да, конечно. Да 13-8 это... Да нет, это не такая большая разница. Что сделаем? Ну, да, можно через второй мидл зайти. Пойдем пиздиться. Давай просто вдвоем на зелень ставим. Давай просто пиздиться. Нет, если хочешь, давай постоим. Лагает? Серега! Ничего, они тебя через ковры пошли. Иди в обход ковры, иди. Он выкликнул мид. У тебя на входе вент, в входе вент. Спасибо. Блядь, хорош. Ну, как бы, вот так. Видел, просто. Хорошо, боевал с Глоком, в принципе, все нормально. Она сейчас ставит плент, Десаут выбегает, она зажимает, 20 патронов, с последнего убивает. Все, по сути, все легко. Ну, это если так идеально расписывать. Не понимаю, она ждет меня, нет? Ну, один. Она меня не ждет. Бомбу ставит. Боевал, есть плент. Не знаю, я уверен, боевал. Ой, как больно, боже, она даже не успела повернуться. Да. Может быть, один хит. Потому что мне казалось, я тоже нанесла. 11-5. 11-5. Хз. Ну и вот, смотрите, Синди Десаут 13-10. Боевал бустер 8-7. Ну, типа, здесь нет такого дисбаланса жесткого. Ну, блядь. Ладно, я беру самую лучшую пушку в CSGO. Давай форест. Что? А, петух? И мы под флешку качаем мидл, согласен? А, ты так хочешь даже? Охуенная пушка, да. Так, может, ты в бойлер просто пойдешь, все? Ну, ладно, пойду бойлер. Не, хочешь попиздимся, я тебя могу пикнуть, ну, типа, просто по 90 мидл пикать, когда? Смотри, блядь. Бам. Такая себе флешечка встала, но... Два мидла. Бустера перестреливают. Хорошо. Овал. Но только она не ждет десаута, 100% не ждет она его, да. Он ее видит, она откроется, он ее бьет, да. Ну, типа, тут тотал переигровка. Пойдем просто пробуем вдвоем, возьми коллаж, у тебя есть такой. Вот, потому я и говорил, что, скорее всего, полуфинал нужно было играть Best of 3. Возможно бы Пока зашел на следующую карту, на мираж какой-то, отыграл бы намного лучше, как и эта команда. Но, Вадим, а возможно этого бы и не было. Возможно этого бы и не было. Мы не знаем, как это может быть. Но, я вам так скажу, мы учтем все недочеты. Да, мы учтем все недочеты этого турнира, и следующий мы проведем идеально с организацией полностью. Да, 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 конечно. Да нет, слышишь, я на двух хаешку взорвалась. Кстати, за третье место будут играть, по идее, Бустер Байовал и Пока с Крис Вейв. Да. Да, скорее всего так. Я подожду, смотрю здесь. У тебя там сейчас лежит? Ну, они прям, не знаю, мне команда Синди Десаут очень нравится. Будет интересный финал. Да. Будет интересный финал. На Лангету. Будет интересный финал, но Дима Ваншот это как раз-таки тот чел, который может убивать двоих. Вот это очень круто будет. Есть. На зелени. Не зря же он Ваншот. Ковры. Ковры и зелень. Ну он когда как? Когда Ваншот, зелень, когда камшот. Ну типа у него... А что? Смотри, зелень. Пески и сигареты за бунтом. Алексей. Да-да-да. Ну, как говорится... Плохой смог в Андрей, думали. Лучше все лохо. Нихуя не увидела откуда. Нет, не, никогда не было состава Синди Бустер. Такого не было состава. Если бы состав был бы Синди Бустер, это их бы никто не выиграл вообще. А тем временем Десаут все-таки становится на первое место строчки своей команды. Да я купил. Я но только не по килам. Ну. За что? Зачем ты делаешь, Татьяна? У тебя дома 4. Нас боевал с бустером играют крестики нолики. Ну, либо здесь уже все решено, либо... Согласен, неприятно сдаваться. Нельзя сдаваться до самого-самого конца. Ребята, если вы принимаете участие в турнире, до самого конца да, не сдавайтесь. Открываться на лонг. Боритесь, бейтесь, показывайте, пробуйте. А вдруг что получится? Попытайтесь. Нет, Десаута не считаю ни в коем случае не нытиком, потому что есть правила, в которых можно выбирать карту. Если он не хочет играть даст, и он плохо играет на дасте, он просто не пикает даст, все. Если есть возможность банов и пиков, какие вопросы? Десаут. Пожалуйста, блять.
Съебался. Она не умерла, ну, очень больно. Он дал информацию. Да, он дал информацию Синди, что он ей попал, что на лоу хп. Не, да здесь... Я даже не видел. Давай. Такой раунд, скорее всего, не выиграть. Ой, 14-5, друзья. И, кстати говоря, у нас может повториться все, потому что напомню. Да, две игры по 15 минут. Как же я хотел сегодня, Алексей, зайти и сказать, давайте сыграем 2 БО3. Как раз бы час забили. Вадим, на самом деле 2 часа стрима тоже неплохо. Согласен. Согласен, Алексей. Это такое среднее время стримов некоторых стримеров, поэтому... Нет, да? Ну, такое бывает. Да, ничего страшного. Такое бывает, плюс... Нам нужен опыт в турнирах, чтобы мы понимали, что и как. Главное сдержать Виктора. Алексей, я придумал такую идею, а может быть нам сделать в полуфинале и в первой сетке нам сделать 3 карты? В полуфинале и Нет. С трех карт выбор. В первой сетке, ну то есть в начале, в полуфинале. В четверти, короче, и в полуфинале сделать из 3 карт. Мираж. Даст и оверпас, например. Придержать коня, нахуй. Чтобы никто не пикал. Трейн, например. Трейн была абсолютно противная карта. Ее было противно смотреть. Типа 2 на 2 трейн. Все за трейнами этими сидят, типа, ну. Ну, кстати, Алексей, вы знаете, хочу вам сказать, что мой стрим на 1.5 часа больше идет, чем стрим строго. Этому я рад. Я прям посмотрела в и на час больше, чем стрим вишенки. Алексей, молодец. Алексей, а тем временем бустер убивает Синди, остается 2 в 1, и это 7-й раунд. Но там денег не было. Ну, до этого также выиграли раунд. Да, и, кстати, я хочу сказать, что это, скорее всего, 8-14, потому что денег все еще в команде Синди. Да. Десаут таракан, сука, местный, блядь. А, он, представляю, я там был. Ого, Ваня, это когда такой? Ты чё? НТ, нормально всё. Флешмоб какой-то устраивал, что ли? Ох, у меня вчера был стрим. 7 часов. Ой, да, очень, это очень много, Алексей. Как в прошлый раз. Ну и завтра, Вадим. Там крестики-нолики. Ну да. Будет интересно. Ага. Подготовьтесь, пожалуйста. У нас бустер опять играет крестики-нолики. Да. Знаете, какой у меня вопрос был для вас на завтра, Вадим? Три цвета флага Украины. Три цвета флага Украины? Так там же 2. Молодец, Вадим! Все, вы молодец. Блять, все, у меня здесь вообще, блядь, просто тупее, что там будет. Он специально, типа, дал тебе выиграть. Нет. Бедный Синди с десаута, посмотрите, какой тут пот. Давай тоже подходи, мидл. Да я, ты, блядь, до пиццы гоняешь по утрам, каравай, ебал. Дамага, блядь. Я флешечку накинул, бля, ебанутую просто менталку. Готова? Ладно. Полетела она. Бля. Я вам хочу сказать, Алексей, что если бы хороший настрой был, пары боевал бустер, они бы спокойно могли выиграть. Подождите, еще ничего не завершено. Алексей, ну посмотрите, на моральную составляющую команды бустера. Погодите, сейчас они заберут 8-й, 8-14, это уже не так страшно, как... Я не знаю, там... На всякий случай. 14-5, это уже не так страшно, это уже 8-14. Подождите, Вадим. Главное сейчас не проиграть. Подожди, я могу там стоять. Ой. Они походу... Нажимись попадание. Дайте себе гранату. Быстро из гранаты. Хорошо. Идеально. В сайте, наверное, второй. Я знаю. А как-то его не подсветил. И они думают, что в сайте последний. Да? Нет, но они сейчас увидят, что в сайте никого нет, и они будут понимать, что это, скорее всего, тюрьма. Закрыть, да, тюрьма, либо ковры. Они проиграли. А нет, выиграли, повезло. Они забыли пачку на спавне. Бля, что вы его оставили? Да. Вот я реально хвалил бустера, вот как он брался за все игры, он так потел, когда у него в команде была Катя, сейчас он играет с Байолу, с очень сильным тиммейтом, и он показывает себя куда хуже. Куда хочешь пойти? Извиняюсь, у меня включилась вебка, простите. Да. Давай. Извиняюсь. Прям, ну типа, сейчас я перестали, в плане этого. Не-не-не, у меня режим сна, понял? Я сейчас как будто начал. Видите, у Славы с
Юлей, у них такие интересные моменты. Это, возможно, тактический подход какой-то. Да, я к этому и веду, что возможно. Очень сильным. Что, Байол это слабый тиммейт? Если что, у Байола 12 киллов и у бустера 12 киллов. Что вы хуйню несете? Обратите внимание, Вадим, что сейчас у Синди и у Десаута снова проблемы по экономике. Они делают форс раунд, покупают первый армор, покупают недефолтные пистолеты. Циглы, у одной ЦЗ, у другого 5-7. Осторожно, что близко не было. Охуеть, блять, они что, нарисовали? Да-да-да, они просто это факачат. Они типа на нерву пытаются надавить. Я пачку на этот раз взяла. Так я просто спать хочу, а я думаю, что я что, усну? Да они-то на пистолетах были, поэтому так. Опа. Не-не-не-не-не-не-не. Что будет делать Синди? А как она добежит? Дверку пошел. Пойдем с вами зелень. Подожди. Ты бомба ищи. Я понимаю. Сама на колено. Хорошо. Я попала, то мне кажется, надо было доедать. 14, скорее всего, 9. Нет, слушай, должны, ну это... Слушайте, ну это забирать. Может быть близкий счет. Но вот сейчас давайте. 14-9. Вот сейчас, если раунд выигрываю, то это будет 14-11. Ебать, сейчас вот полноценный бай со стороны команды Синди. Они закупают М-ки. А, при том, что им сейчас уже накидывают максимальный луз-бонус, обратите внимание, пожалуйста. То есть при самом худшем раскладе сейчас команда Синди получает $3400. Этого, к сожалению, не хватает для того, чтобы закупиться полноценно. То есть с арморами, с М-ками и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому... Если сейчас Байовал команду забирает 10, то, скорее всего, забирает... Байовал выиграла. Ты выходишь, что проще. Там, типа, ну, одна стратегия должна быть рабочей. Как минимум. Сука. Беги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Машин-то какое. Вы посмотрите, что было. Боже мой. 15-9. После смерти Десаут закрывает бустер. Погнали ковры, блядь, просто ебанутые. Ну, перед этим, блядь, крестики. Наигрались, Алексей. Все нормально. Все нормально. Знаете, на самом деле в этом есть плюсы. Первый плюс — к вам не влетит Виктор. Второй плюс. Дура, блядь! Ну, как ты это делаешь, блядь? Какой-нибудь. Байовала опять выиграла бустера крестики ноликом. Ну, бустер проиграет сегодня два раза. Один раз крестики нолики, второй раз Counter-Strike. Ну давайте смотрите. Ебал в рот стекло, блядь. Я ломал стекло. Я ломал стекло. Блядь! А где? Тихо, габала. Да, Алексей, этой игрой я расстроен больше, чем даже предыдущей. Согласен с вами. Но мой предикшн. Так. Спасибо за игру. У вас в финале будет матч за третье место. Ура! Да. Слава, слава. Не, брат, просто не залетает. Переиграл в КС. Вообще не могу попасть. Да ты больше себя затильтил. Тогда хорошо играл, блядь. Типа, просто ребята хорошо сыграли. Нет, понятно, не. Они охуенно сыграли, блядь. Все, давайте, пацаны. Давайте, все, Алексей, спасибо вам огромное. И всем спасибо большое. Я вам напишу в ВК, когда будет финал. И Десаут, пожалуйста, прочитайте ВКонтакте. Спасибо. Нет, не сегодня, финал сегодня нет. Нет, на финал будут ставки. На финал будут ставки. Подтвердите субботу, пожалуйста. Типа там можно будет бабки поставить на финал. Поэтому я чуть позже сделаю. Скажи, пожалуйста.